Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день вас ждут новые видео по танкам. Я снимаю эти видео специально для вас, и порой их гораздо больше, нежели 3 видоса в день. Но YouTube отправляет подписчикам не более 3 уведомлений о выходе новых видео. Если вы хотите не пропускать ничего из того, что я снимаю специально для вас, подписывайтесь на оба моих канала, прожимайте на колокольчик и получайте уведомления обо всем, что я снимаю. Я это делаю искренне для вас, и это позволит вам вообще ничего не пропустить, особенно из каких-то острых и горящих новостей, бонус-кодов и подобных вещей. Ну а в данном видео хочу похвастаться особенно тем ребятам, которые давно со мной вместе, и мы давно дружим, тем, что Wargaming наконец-то за все время нашего сотрудничества, за все время, сколько я являюсь официальным контрибьютором компании Wargaming на платформе YouTube, наконец-то подарили мне танк. Да, они подарили абсолютно бесплатно мне машину, которую очень тяжело получить, а я бы сказал, практически невозможно таким игрокам, как я. И сейчас я объясню, почему, и покажу эту машину. Но перед этим, ребят, у меня есть, во-первых, просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой бы танк вы попросили у Wargaming, если бы у вас была такая возможность. Ну и, соответственно, напишите, какую конкретно машину вы считаете танком своей мечты и хотели бы себе ее заиметь в ангар. Второе, что я хотел бы сказать, это уже касается любителей Майнкрафта. Я все-таки начинаю работу над сервером по Майнкрафту. Подписывайтесь на канал Зёзя Крафтер, это один из моих проектов. Ну и, соответственно, в описании к данному видео вы найдете всю необходимую информацию для того, чтобы присоединиться к нашему Майнкрафт серверу, где одновременно может играть до 50 человек. Заходите к нам, развивайтесь, живите вместе с нами, выживайте вместе с нами, строите свои постройки, ну и, конечно же, будут отдельно прямые трансляции и многое-многое другое. Но про Майнкрафт поговорим отдельно с теми, кому это действительно интересно, и, скорее всего, уже в других видео на канале Звездя Крафтер. Так вот, ребят, скажите мне, пожалуйста, на моем месте какой танк вы бы попросили? Ну, наверное, вы думаете о какой-нибудь десятке по типу Чифтей, или, не знаю, Каро 45 тонн, а может быть какая-нибудь крутая восьмерка, которую очень тяжело достать, или может быть какой-нибудь крушитель 7 уровня или уничтожитель, ну или может быть Waffentragen Auf E100. Да, безусловно, все эти машины и многие другие являются мечтой любого другого танкиста, но я не любой другой танкист, и я не тот, кто гоняется в этой игре исключительно за крутыми показателями статистики или за средним уроном. Для меня все эти вещи второстепенные. Для меня самое главное — получать удовольствие от игры, и я действительно мечтал об этом танке долгое время. Ребят, я мечтал об этой машине 7 лет, и я не знал, как ее получить. Потому что те игроки, которые регистрировались в игре более 7 лет назад, а я в эту игру играю уже 10 лет, они эту тачку заполучить в последнее время только смогли. И то, открывая контейнеры в песочницу, потому что только в этих контейнерах есть этот танк. И по-другому его получить было невозможно. Ну что, ребят, вы готовы? Знаете, о чем я уговаривал Wargaming долгое время? Я уговаривал его об вот этой вот машине. И наконец-то она занимает свое законное место в моем ангаре. Да, это Т6Е1 Гризли, 4 уровня, премиумная машина. И многие будут смеяться надо мной, почему я не попросил что-то более крутое, почему я не запросил какую-нибудь машину, которая стоит очень много золота. Да просто потому, что я не такой, как все. Потому что я хотел эту машину до безумия, и мне было безумно обидно, что только лишь из-за того, что я зарегистрировался до введения этой машины как подарка для новых игроков, я ее получить не мог. Для того, чтобы открыть данную машину, а точнее получить ее, я умудрился открыть более 650 контейнеров в песочницу, и из сертификатов данную тачку так получить и не смог. Спасибо огромное компании Wargaming за то, что подарили мне танчик. Хочется отметить, что по большому счету мы все понимаем, что Гризли Wargaming не ценит абсолютно как премиумную тачку, потому что раздает ее абсолютно бесплатно всем желающим, кто
зарегистрировал свежий аккаунт и прошел обучение. Если вы со мной давно на канале, то вы знали о том и знаете, насколько сильно я гонялся за данной тачкой и мечтал, поэтому надеюсь на то, что вы порадуетесь за меня. Ребят, снимаю видео специально для вас, и это было видео не более чем хвастовство. Это я действительно признаю. Спасибо большое за вашу поддержку, спасибо большое за то, что подписываетесь на канал. Я пошел готовиться к вечерней прямой трансляции, на которую всех приглашаю, а искренне желаю вам параллельно с тем мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. И да, пусть ваши мечты обязательно сбываются. Всем пока-пока.